Красноярский край получил 51 новый автомобиль скорой помощи. Одна из спецмашин досталась Канску. Их приобрели за счет федеральных средств. Главная особенность – северное исполнение, которое подразумевает дополнительное утепление всего автомобиля. Он хоть и УАЗик, но он с кондиционером, с дополнительным отопителем, две печки в нем. Самое главное, уже сейчас они идут с приемным устройством, с носилками, которые не нужно, там может один человек, в принципе, транспортировать. Ежедневно на линию выходят 8 спецавтомобилей. Новая машина скорой медицинской помощи класса А предназначена для транспортировки пациентов. Она полностью укомплектована для оказания первой медицинской помощи пациентам. Есть даже баллон с кислородом. Здесь имеется дефибриллятор, родовый набор, также детские, взрослые лангеты при травматизациях накладываются, медицинская укладка. Так называемая буханка должна выйти в рейс уже после Нового года. Кроме того, в скором времени на станции скорой медицинской помощи ждут еще один спецавтомобиль. Татьяна Блинкова, Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.